руках символ весны 45-го. Педагоги несут флажки с изображением городов-героев, отдавая почесть солдатам, погибшим на войне. На площадь въезжает автомобиль со словами школьного сочинения: «Спасибо вам, что мы войны не знали». На машине памятный знак участникам славы города Тюмени, не вернувшимся с Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Возле него победители конкурса «Педагог года 2015 и 2016 годов» Исаев Админ Дмитриевич и Трифонов Максим Иванович. В первые военные дни из школ города после выпускного вечера на фронт ушли 117 юношей и девушек. 112 из них не вернулись с полей сражений. Символ Тюмени, города-госпиталя, колонна в форме сестер милосердия и выпускников, уходящих на фронт. Они несут флажки с изображением памятного знака учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Приветствуем колонну физико-математической школы Тюменской области. Это учреждение с приоритетным развитием физико-математической направленности. За первый год существования ученики принесли Тюменской области ряд побед в интеллектуальных состязаниях российского уровня. Физико-математическая школа – это передовые педагогические технологии, ведущие педагоги России, учебно-исследовательские практики, взаимодействие с реальным сектором производства. Да здравствует тюменское образование и наука! Ура! Перед центральной трибуной колонна департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Впереди знаменная группа детского молодежного центра «Алый парус» с боевым знаменем 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. В колонне идут педагоги, воспитавшие победителей творческих конкурсов и фестивалей различного уровня. Приветствуем войсковый отряд «Кречет». Ребята подняли и перезахоронили более 1000 солдат Красной Армии. Установлены и перезахоронены остатки 70 наших земляков. В праздничной колонне представители тюменского спорта. Копилки спортивных достижений.